Спасти жизнь человеку – основная задача спасателя, а навыками, которые он должен обладать – хорошая физическая и профессиональная подготовка. Спасатель должен выполнить свою задачу в любых условиях, как на суше, так и на воде и в воздухе. Для этого, чтобы стать профессионалом, необходимы тренировки. Сегодня прошла одна из них на вертолетной площадке «Черкесска». В учениях с применением авиации приняла участие и Альбина Ламкова. Тренировка проходит по беспарашютному десантированию. Вертолет Ми-8 был специально разработан для спасательных операций. Также он применяется в тушении пожара. Способен набрать высоту больше 4,5 километров. На борт вертолета возможно взять 22 человека и 4 тонны груза. Сегодня 20 спасателей участвуют в учениях. Они прошли специальную подготовку перед полетом. Каждому спасателю на сегодняшней операции предстоит выполнить 2 спуска. Указание на последующее приземление дает командир экипажа. Сейчас высота вертолета составляет от 25 до 30 метров. Все меры безопасности здесь соблюдены. Мы проверили лично. Система веревка, система петель. Все, готов. Удачи. Спасибо. Навыки выполнения таких упражнений необходимы в реальных условиях. Спасателям республики уже не раз приходилось эвакуировать людей с помощью воздушного судна пострадавших туристов. За плечами Максима Шляхова около 50 спасательных работ. И каждая АЧС с применением воздушной техники проходила намного быстрее, но не проще. Экипаж должен постоянно удерживать воздушную машину в неподвижном состоянии на заданной высоте. Все спасатели отработали спуски на открытую площадку, используя специальные устройства. Где надо идти 3 часа, 4-5, вертолет – это 20-40 минут. И, естественно, также нагрузка на пострадавших, когда его не надо мучать по трупам. Вертолет посадили и быстренько доставили в скорой помощи. Тренировка по десантной подготовке нужны как для спасателей, так и для летчиков. Управлял штурвалом профессионал. На его счету десятки спасательных операций. Каждая операция, в принципе, не такая уж и простая. Но самое сложное, конечно, это когда в горных районах. Это когда спасали детей на леднике. Сейчас это не часто происходит. На учениях было выполнено всего 4 подъема с экипажем. Тренировка прошла в штатном режиме. Все поставленные задачи были успешно выполнены. Результаты десантирования показали, что при возникновении чрезвычайной ситуации авиацию можно будет использовать с большим успехом. Альбина Ламкова, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.